легко сказать, на самом деле. Многие боятся. Море сотрудников увеличит. Все-таки идет давление. Давление как на заводе, так и со стороны государства. Поэтому сложно сказать. Работники, хоть нас собралось очень мало, думали, будет больше, к сожалению, мало. Вот сейчас ждем, что нам присоединится работники МАЗа. Вот мы как-то планировали примерный график, что в 12:30 они к нам присоединятся, поэтому ждем, надеемся, что они подойдут. Мы просто люди, просто жители Золотского района, все. Мы присоединяемся за Беларусь, чтобы было спокойствие, не было никаких бунтарей, а было как прежде. А мы идем и МАЗ, и МЗКТ, и велозавод, и учителя, и работающие, и пенсионеры, все вместе идем. А я учитель. Верим, можем, переможем. Заставила свободы, любви, а не насилие и террор, которые творят наши власти. Уходи, 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 уходи. Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Мы мирно акции людей, а они вас бьют, забивают, это ж калечат, это ж неведомо, это... и все Божьи заповеди порушают. Вы солдаты, вы принимали воинскую присягу. Я служил в 5-й отдельной бригаде специального назначения. Вы можете меня отбить. Народ вышел, вы что творите? Это король вышел. Очень важное событие произошло, люди вышли наконец-то показать свои согласия здесь еще власти режима, вот, что их обманывают, они не согласны, что их просто, ну, грубо говоря, принимают насилие к людям. Вот, и наконец-то, наверное, уже надоело за 26 лет это все терпеть. Ну, вот они высказывают мирным акциям свое недовольство.